Всем привет, ребят. Ну что, сегодня я сидел, бегал на тестовом аккаунте, и что-то думаю, блин, а реально Минотавр у нас донатный герой, и давно мы уже на нем не трешивали, и решил я записать видосик по питомцам, так как я качаю сейчас на тестовом аккаунте питомцев, и выбрать все-таки топового пэта для Минотавра, что на сегодня ему актуально. И если раньше я вам показывал тесты Минотавра максимальной атаки в максимальном дефе, то есть в максимальном дефе у нас был вот такой вот вариант, плюс Holy Conviction, там, например, плюс еще огненку влепить сюда. Где-то у меня девятая огненка есть. Плюс ангела. И там где-то его выпустить. Я не знаю, конечно, какой тут топ будет сейчас. Но он все равно будет и дамажить, так как 30-й прорыв. Наверное, его просто смотр разберет. Но видите, он не заряженный у нас получается. Но посмотрите внимательно на этот урон смешной от Фрей. Это просто жесть. Фрея пробивает его там вообще на копейке. Какая там Фрея Зефир? Ну, наверное, скорее всего, Фрея 30-я, да. 30-я Фрея, Минотавр зарядился, Огник. Это просто крейзи Минотавр, которого реально сложно убить. Ну, понятно, его тут сейчас застанет, парализуют, но все равно он живет. Посмотрите, сколько. Это просто жесть. И он еще при этом бьет, ребят. Это просто аут какой-то. Можно его резнуть, ну, то есть, вы сами все видите. Против топовых героев реально такой Минотавр может тащить. Ну, это такой, это трэш вариант, скажем так. То есть у нас видос будет сегодня больше по питомцам. Так как я давно Минотавра не использую, я решил все-таки подобрать, что ему сейчас интересно по пэтам и потестировать. То есть такой вариант дефный, блин, он классный. Хоть он не наносит много дамага, скажем так, но реально он крутой. Вот против Фрейя выпустим. Посмотрите, Фрейя. Он свободно ударит раз, возможно, еще и второй раз тоже ударит. Давай, тащи! Молчанку кинули. Ну, то есть, такой вариант, я не знаю, тоже нравится. Реально он живучий. Фрейя не может вынести его стычки, как это было раньше. Так, окей. Поехали к нашему Минотавру. В общем, такая вот сборка. Это максимальный деф. Давайте поставим ремочку. В большинстве случаев, я вам скажу, ремки 10 вполне хватает. Плюс железная воля, чтобы не было стана. И ваш, ну, ваш Минотавр будет, по сути, всегда попадать по цели. То есть такой вариант, даже если мы пойдем против топов. Опять же, в рейд. Но тут, видите, везде питомцы. Его будут пробивать. Видите, уже поменяли немножко вариацию. То есть убрали СО, убрали. Ай. Огненку и ангела, и уже он слетает. Но зато он не боится стана, что очень, скажем так, немаловажно для этого героя. Ну, тут все базы, я не знаю, вот это вот задротство, как по мне. Вот посмотрите, такой вариант. Мы уже убрали, видите, он проседает намного. То есть, по сути, намного быстрее он сливается. Вот, поэтому я решил еще потестить разные вариации по питомцам. Какие питомцы ему будут актуальны, допустим, для подземок. Потому что в основном его используют многие для прохождения подземок. Раньше использовали, сейчас можно подземки проходить героями с уклонениями без запары какой-то. Вот, поэтому какие варианты были? Были варианты вот, поставить ему слона. Ну, если у вас есть железка и такая сборка, вам этот слон, ну, по сути, уже не нужен. Сборка с Рудольфиком для отхила, снятия негативных эффектов. Да. Панчбокс. Вроде казалось бы, крутой дамаг должен быть. Так, немножко не туда забежал. Давайте там, не знаю,
Хашмарка 4. Мое мнение здесь 4.9. Вроде казалось бы, у него крутой дамаг, все, но есть минус у панчбокса. Панчбокс убивает все цели, пока он идет, то есть он не всегда живет, как видите, и срабатывает он, ну, не вовремя, скажем так. Ну, можно подловить момент, когда он ударит с панчбоксом круто, но, как видите, в большинстве случаев панчбокс убивает раньше, то есть ему для активации надо удар. Вот пока он дойдет до цели, панчбокс ее убивает. Ну, такое. В общем, панчбокс мне, не знаю, не заходил никогда. Давайте еще разок. Пойдем попробуем посмотреть, какой у него урон. Ну, вот, как видите, так вот. И потом у нас появился сейчас, недавно, вот самый последний, сейчас появятся еще новые питомцы, у нас появился Дрого. То есть с этих я вам показал, там что-то брать, чтобы сливать. Ну, это уже время прошло, скажем так, Цепелина брать, Феникса, это раньше можно было с ними бегать. И тут появляется у нас вот такой вот питомец Дрого, который, в принципе, по сути, реально самый обалденный для такого вот дамагера, как Минотавр. Почему? Он активируется, когда по герою бьют в подземках, всегда бьют. Кидает щит, то есть усиление 65% входящего урона будет отражаться. По сути, это реально круто. Также, помимо этого, увеличивает атаку на 100%. Поехали. Вот такой вот вариант питомца. Ну, то есть у меня сборка, это просто чисто ради трэша сборка. Ради развлекухи я ее делал, но я вам просто показываю по питомцу. В чем он хорош? Посмотрите. Во-первых, отличие от панчбокса, он срабатывает вот 100%. Он дал нам бы увеличение сразу же. Как только по герою атакует, он активируется. То есть однозначно плюс. Плюс щит. Плюс атака. Вот, 95% вынес. Ну, как видите, не все 100% он всегда выносит. 95-100. Вот тоже интересный нюанс. Почему у нас все статы как бы стабильные, стандартные. А у нас есть такой разброс. Почему тогда не прописано, что там какие-то особые увеличения. Ну, как видите, вот мне он нравится пока больше всего для Минотавра. Я вот сидел на тестовом аккаунте, бегал и реально посмотрел, думаю, блин, вот панчбоксы реально вроде как бы круто. И тут смотрю, есть вот Дрога. Почему его реально не использовать? Даже если мы пойдем на шестые кошмарки. Давайте так, 5-10. То есть у меня стоит чарка сейчас на деф. Сейчас мы поменяем на атаку. Вот, иммунитеты у нас все есть. Вот посмотрите, как он выносит чудесно. Плюс еще защита. Ну, понятно, у нас отхила нет в данном случае. Но 46% он набил. Круто, круто. Давайте попробуем поставим сейчас чарочку на атаку. Вот, победный. Я честно вам скажу, вот этой сборке там не надо заморачиваться. Там Минотавр на 30-м прорыве он реально сносит. Вот у меня вот такая вот сборка, ее хватает с головой. Там о чем-то еще мечтать, ролить, ну, можно в принципе пробовать, но это бессмысленная трата денег. Вот идем 5-10 обратно же. Пакты там и прочее. 16%. Не дали нам ударить второй раз. Сейчас попробуем еще разок. Зайдем где-то с другой стороны, чтобы
Через купидоны, через фару зайдем. Вот 51%, два удара по сути, и этого хватает с головой. Плюс увеличенный, если убрать будет, ну можете у себя протестить, будет урон реально, то есть увеличенный. Отражалка работает так, как надо. Поехали на кошмарку 6. Тут его, наверное, раздадут быстренько. Ну, попробуем тоже. процентов. Вот вся суть данного питомца, он включается. Вот он включился. 88%. То есть один Минотавр, по сути, сейчас... Ну, тут сейчас демоны подбегут. Или ударит еще раз. Не успел. Но 88% он вынес. Давайте попробуем немножко с другой стороны забежать. То есть два хлопка, я считаю, с панчбоксом мы бы этого не сделали. Потому что панчбокс, я вам уже показал, он разбивает впереди. Этот реально очень крут. 37% затычку. А тут его добили. Так вот, лучше все-таки оттуда бежать. Если мы поставим сейчас сюда панчбокса. Во-первых, когда вы его выпускаете, он сразу же включается. Вот видите, проблема какая. И в итоге Минотавр ваш идет. Вот его просто слили. То есть это и есть минус панчбокса. Давайте на седьмую пойдем сразу же. Попробуем там. Ну, 7-10 я не знаю. Тут его сольют, скорее всего, быстрее. То есть он бежит. Видите, он здание разбивает. Дальше все. А вот друга наоборот. Это реально самый топовый вариант, если вы хотите использовать данного героя на той же самой битве гильдий. Мне кажется, лучше, чем друга нет. Во-первых, он защитит, как только будет удар. Плюс сразу же увеличение атаки. Вот хлопок, 22% у нас уже набито. Плюс тот же самый щит, ну... Поэтому для меня это, честно говоря, я Минотавром давно не бегал. Я просто сидел, задумался. Вот кто использует, попробуйте обязательно друга, кто не юзал. Обалденный питомец именно для таких вариантов, когда у вас одиночный герой. И надо и дамаг, и деф. Просто чудесно. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.